Начало движения по капремонту в городе можно было почувствовать уже в начале летнего сезона. В первой декаде июня подрядная организация из города Заречного, которая определилась в результате конкурсных процедур, завезла необходимые для ремонта механизмы и материалы и приступила к ответственным ремонтным работам, носившим капитальный характер. Срок окончания работ на 7 домах, которым первым выпало счастье быть капитально отремонтированными, намечался на 15 сентября. Но, как у нас нередко случается, сроки по разным причинам немного сдвигаются, разумеется, в сторону увеличения. Но ведь это даже хорошо, не спеша и добросовестно завершить начатое. Хотя недоделки и в этом случае тоже иногда остаются. Но, по словам жильцов, их вовремя исправляли. Наконец начались ремонтировать дома на территории Свердловской области. Пусть это 30 лет, но это понимание того, что есть у каждого жителя своя дата, там, свое время, когда на его дом придет подрядная организация, выполнит тот или иной вид работы. Поэтому замечания, которые возникают, они в любом случае существуют. Да? Надо их просто отрабатывать, смотреть вместе с законодателем, в том числе фонды, как их можно исправить. Есть замечания ведь и действительно по отношению к управляющей компании, регионального оператора, администрации. Но это вот, пока бы мы этого не попробовали, мы никогда не узнали об этих моментах, которые возникают, которые являются узкими в рамках этого законодательства. К приемке, на которую приехал сам министр ЖКХ Николай Смирнов, готовы оказались 5 домов из 7. Акты на них были подписаны здесь же, во дворе, на одной из бывших строительных площадок, в рабочей обстановке, без особых церемоний и помпезности. Дома приняты с высоким качеством, заслужило положительной оценки. И жители, старшие по домам, отметили, что работы выполнены быстро, качественно, и нареканий в сторону подрядных организаций нет. Два оставшихся дома, номер 28 и 30 по улице Победы, скоро также благополучно будут сданы комиссии. Для каждого муниципалитета существует своя краткосрочная программа на 3 года. В следующем году нам обещают отремонтировать по программе капитального ремонта еще 22 дома, и 17 домов определены на 2017 год. В этом году у нас было в программе 7 домов. Все 7 домов практически уже капремонт закончен, отопление запущено вовремя. Значит, работы выполнялись все те, которые предусмотрены региональной программой. Значит, все замечания высказали жители, но все рабочие моменты мы как бы решали с подрядчиками в рабочем режиме. Естественно, меньше будет аварийных ситуаций, меньше будет заявок, меньше будет тратиться денег на статье содержания и тем более там будущему ремонту инженерных сетей. Я думаю, что проблем, конечно, с предоставлением коммунальных услуг будет тоже меньше, так как будет тепло, уютно, вовремя будет подаваться вода и меньше будет засоров. В течение 30 последующих лет, как там обещают, должен быть отремонтирован весь жилой фонд. Другое дело, с каким качеством. А так как следующего ремонта большинству из нас уже не дождаться, глядите в оба, уважаемые жильцы. И не на итог, а на процесс, чтобы не быть обманутыми.